Дякую, Оксана, за слово. На жаль, не почув запитання твоє. Принаймні, можу подякувати однозначно тобі за випуск новин. Спасибі. Оксана Гречко була щойно з випуском новин у прямому нашому ефірі. А я дійсно вітаю Дмитра Гордона у студії. Радий бачити, Дмитро, вас. Доброго вечора. Вас вітає вся наша аудиторія, наші телеглядачі. Ток-шоу «Події дня» продовжується. Дмитрий, ми з вами так час від часу зустрічаємося, і реперні точки нашої передвиборчої кампанії відзначаємо. От я у Михайла Добкіна спитав, і у вас спитаю. На якій, на вашу думку, фазі, на якому етапі перебуває передвиборча наша кампанія? Драматургічно, ми в розв'язці, в кульмінації, або приближаємося до розв'язки вже? Ми приближаємося к кульминации. Угу. Мы приближаемся к тому моменту, когда начнутся финишные рывки. Я думаю, что это будет происходить за 2-3 недели до выборов, до 31 марта. А главные рывки, я думаю, будут происходить за 3-5 дней до выборов. Давайте пояснимо, чому саме у цей час. Тому що, ну, багато хто каже з технологів, коротка політична пам'ять у виборця, і всі джокери технологічні, зокрема, всі бережуть на останній тиждень. Будуть виброшені в кінці, звісно. Це відповідає взагалі схемі, і, як Штірліц говорив, запам'ятається інформація останнє завжди. Угу. Я думаю, всі основні ключові ігроки будуть намагатися запам'ятися останньою інформацією. И, конечно, приберегают самую ценную информацию на последние дни избирательной кампании. Как вы думаете, что это будет? Это будет лишь бруд, такие брудные заборонені приемы и технологии? Чи, ну, мы ледь не до Лазаренко, якого привезут? Лазаренко не привезут, сразу скажу. Лазаренко не привезут. Тема снята однозначно. А чому? Так впевнено вы про це? Потому что не привезут. Не вдасться? Увеличились цены на билеты на самолеты. Есть целый ряд причин, по которым он не приедет. Ну, это основная, да. Конечно, конечно. А что еще тогда? Компромат? Будет все, на мой взгляд. И, конечно, выгодно отличаться от других будут те, кто имеют это все. Кто имеет огромный массив знаний о тайных и неприглядных сторонах тех или иных кандидатов. Вот у них шансы вырваться вперед на финише. Еліти політичні українські сьогодні в якому стані? І не тільки політичні, а фінансово-промислові, скажу так. В якому стані перебувають? Всі вже зрозуміли, хто кому коли, хто кого підтримує? Чи от на цьому столі для гри, да, як в казино, вони перекладають свої фішки з одного боку, з одного гравця на іншого, час від часу? Перше, українських політичних еліт нет. То, що у нас називають цим словом, це не еліта, це зброд больних і нищих. Второе. Українська політична так називаємо еліта – це зборище потенціальних предателів, которые всегда думают не об интересах страны, государства, а тем более не об интересах нас, граждан. Они думают исключительно о своих личных, меркантильных, большей частью интересах. Поэтому они будут... Поэтому они будут вести себя исключительно так, как им будут велеть их личные меркантильные интересы. А головні гравці, ну, хтось скаже олігархи, хтось скаже крупні бізнесмени, хтось скаже там топ-чиновники, вони вже визначилися із пріоритетами? Вони давно вже визначилися. Олігархи хочуть чесних виборів, скажу я, хоча багато мене не поймуть. Олігархи хочуть дійсно чесних виборів. Олігархам надоело все не менше, ніж нам з вами. От непрозрачності політичної системи, від відсутствия правил ігри, страждає їх олігархічний бізнес, прежде всего. І страждаємо ми, звісно, тому що ми дуже залежимо від багатьох олігархів, від того, що Україна імпортує, експортує, що производить, як олігархи створюють робочі місця і так далі, залежить українська економіка сьогодні. Це реально, і це потрібно признати. Факт залишається фактом. Абсолютно. Олігархи хочуть чесних виборів і прозрачної гри.
і правил игры. Ну, окрім одного, можливо, да? Одного з них. Нет, я считаю, что все олигархи хотят правил игры и честных выборов. Я в этом даже уверен. Навіть ті олігархи, які при владі сьогодні і на вищих посадах. Кого ви маєте в виду? Ну, у нас часто, я не буду вже волювати добре. Петра Олексійовича? Да, навіть Порошенка ж, да, кажуть, що він головний олігарх. Ну, Петр він Олексійович, теж за чесні вибори. Петр Олексійович хоче виграти. Ну, це інше бажання. І його воля к победі у мене лично викликає велике уваження. Я не хочу, щоб він виграв. Я вважаю, що це для країни буде капець. Но его воля к победе вызывает у меня уважение. Я ценю сильные стороны любых игроков. Ну а в этой воле к победе на запрещенные приемы многие боятся или сегодня предупреждают, что можно будет перейти черту ради заветной мечты, заветной задачи победить. Насколько велика угроза? Я думаю, что, во-первых, Петр Алексеевич умный человек. Я бы сказал, очень умный человек. Во-вторых, он понимает, что ситуация крайне неоднородная. Я думаю, что его окружение доносит ему, что те рейтинги, которые нам показывают социологи, это туфта. Я думаю, что реальные цифры поддержки он знает. Они не такие, как нам показывают. Я думаю, что он знает, что люди устали от его правления и что люди хотят перемен. Я думаю, что большое количество участников президентской гонки, топ-участников президентской гонки, это залог того, что у нас будут честные выборы. Они все будут друг за другом следить. Все. Друг за другом. И первыми будут хватать друг друга за руку, если увидят нечестность. Поэтому, как сказал мне недавно один очень крупный олигарх, мы живем с тобой в очень свободной стране демократической. Это правда. Это правда. Мы живем в стране, где у нас есть выбор сегодня. Выбор есть. Такого давно не было. В России разве может сравниться российская ситуация с нашей? У нас выбор есть. Мы можем выбрать любого. Я не говорю о 44 кандидатах. Я говорю о кандидатах 10, которые удовлетворяют любой выбор. И я говорю о том, что мне хочется надеяться на честные выборы. Вы сказали, если Порошенко, да, если Порошенко победит, будет капец. А что случится в стране, если действительно Петр Алексеевич одержит победу? Я имею в виду, вот многие предостерегают о том, что могут начаться массовые волнения, едва ли не третий Майдан случится. По закрытым опросам, которые проводят, не буду говорить кто, но это соответствует действительности, плюс-минус 1%. В случае фальсификации на выборах 42% граждан Украины готовы выйти на протестные акции. 42% граждан Украины, это очень много, готовы выйти. Выйдут ли 42, или выйдет 20, или не выйдет вообще никто, зависит от того, а, будут ли фальсификации, б, если да, то какими они будут. Но давайте, что касается цифр, скажем, что если верить, что во время Майдана 1,5 миллиона было, да, украинцев на центральной площади, да, то это даже не 10%, это да, 1%. Да. Да. Речь идет о том, что в стране огромное количество оружия сегодня. Только официальные лица мне говорят, что от 3 до 5 миллионов стволов на руках у населения. Это огромные цифры. Это значит, что если, не дай бог, я вот говорю, не дай бог, если, не дай бог, третий раз повторил, возникнут протестные акции, ну, дело закончится, может, большой кровью. И я считаю, что все ключевые политические игроки, задействованные в выборном процессе, в избирательном процессе, должны отдавать себе в этом отчет. И должны понимать, что на карте государственность Украины сегодня, государственность Украины, останется ли Украина как государство на карте мира? Вот о чем надо говорить в первую очередь. Поэтому я думаю, что, я надеюсь, нам удастся пройти этот непростой отрезок. Я надеюсь, хватит ума ключевым политическим игрокам придерживаться правил игры.
А дальше мы посмотрим. Потому что есть еще Российская Федерация, которая играет активно на украинском поле. Американцы и европейцы, к сожалению, не играют. К сожалению. Играет Россия. Американцы не играют, думаете? К сожалению, нет. Я не думаю, я знаю. К сожалению, не играют. У них даже нет отдела в Госдепартаменте, который занимается Украиной. У них нет ответственного по Украине. Но все отдано на откуп посольства. Российского посольства вообще нет в Украине фактически. Зачем российское посольство в Украине, если у нас огромное количество нашей так называемой элиты являются российскими шпионами и агентами? Ну, аналогично есть и американские, ради справедливости. Поверьте мне, в таком мизерном, если они и есть в количестве, вы даже себе не представляете, в каком мизерном. Потому что американское присутствие очень раздуто здесь в воображении многих людей. Оно не такое, намного не такое. Преувеличивают, да? Очень преувеличены. Нами сегодня руководит Российская Федерация. Да? Во власти сегодня скорее российские агенты, нежели американские. Конечно, российские. Конечно, они везде. Конечно, российские агенты. А многие из которых сидят в этом кресле у вас периодически, я их вижу. Многие из них не скрывают даже своих активно пророссийских взглядов. Есть агенты влияния России, которые тоже сегодня заполонили эфир. Но в этом случае, ну я в этой студии не знаю, может, я не буду спрашивать, назовете ли вы имя или нет, навряд ли, скорее всего. Да? Я считаю, что это не моя задача называть их, это задача спецслужб, я их призываю активно заняться этим. Вот, но в этом ключе возникает просто другой вопрос. Я отчасти с вами согласен, если просто тогда сегодня у руля государства российские агенты, то почему продолжается война с Россией? Тогда выходит, что часть руководства нынешнего Украины заинтересована в продолжении войны, потому что они на ней зарабатывают или еще что-то? Какие-то третьи продолжение причины. Войны заинтересованы обе стороны. Одна сторона зарабатывает, вторая, кстати, тоже. Все зарабатывают, да? Да, а вторая сторона, Россия, заинтересована, чтобы на территории Украины постоянно был конфликт, территориальный конфликт. Потому что при наличии территориального конфликта Украину не примут ни в НАТО, ни в ЕС. А это стратегическая цель Российской Федерации. Украина не должна быть членом ни НАТО, ни ЕС. Пока будет конфликт, Украины ни в НАТО, ни в ЕС не будет. Это извечное поведение России. Первый раз это было опробовано на территории Молдовы, Приднестровский очаг. Он до сих пор есть. Молдову никуда не возьмут. Дальше Грузия, Абхазия, Южная Осетия, очаг напряженности. Дальше Украина. Схема одна и та же, ничего нового. Как вы, Дмитрий, относитесь к гипотезе следующей, что значит Российская Федерация заинтересована в продолжении конфликта на Донбассе, и именно поэтому сегодня делает ставку не прямо на нынешнего президента Украины Петра Порошенко, который фактически воинственную риторику и предлагает сегодня избирателю и гражданам? Я не хочу, чтобы Петр Порошенко стал президентом, но я признаю то, что для Путина он сегодня заклятый враг. И Путин очень не хочет, чтобы Порошенко оставался президентом. А почему? Давайте об этом поговорим. Вот почему он большая враг Путина? Большая личная неприязнь. А кроме этого, вот что-то практическое? Потому что про сейчас практическое я любой не знаю. Неудобной я ситуации. Я знаю про большую личную неприязнь со стороны Путина. Кстати, Путин и Януковича сильно не любил. И подозреваю, что не любит. Очень сильно не любил Януковича. У Януковича были хорошие отношения с Дмитрием Медведевым. С Путиным отношения были плохие. Чисто не сошлись, чисто по понятиям. Потому что, с одной стороны, все-таки кадровый чекист. С другой стороны, все-таки сидевший зэк. Слишком разные мировоззрения. Ну а с другой стороны, если, как вы говорите, Путин заинтересован в продолжении войны, то фактически его устраивает в этом смысле Порошенко, и не только из-за этого. Мы же видим, что происходит на примере работы федеральных телевизионных каналов в России, да? Когда как только что-то не ладится в самой Российской Федерации, то сразу переключается фокус внимания на Украину, вновь показывают во всех программах большого Порошенко в военной форме. Я не согласен, оно не переключается, оно никогда не отключалось. Оно всегда там. Украина из 5, нет, из 7, давайте, дней
в неделю 5,5 дней в прайм-тайм на всех российских каналах точно Украина. Если только нет обострения в Венесуэле или там в Сирии. Российское телевидение занимается исключительно Украиной. И происходит это потому, что все вопросы, все проблемы в России уже решены. Там наступил коммунизм, и говорить практически не о чем. Поэтому говорим об Украине. На кого Российская Федерация сегодня делает ставку на выборах? Вот сейчас. Кого поддерживает? Финансово в том числе, политически? Как угодно. У Российской Федерации есть определенные проблемы с поддержкой кандидатов в президенты. Потому что не сработал целый ряд ставок. Я сейчас объясню, каких. И главное усилие России сегодня сосредоточены на правильном, на ее взгляд, проведении парламентских выборов. Потому что даже при наличии победы на президентских выборах злейших врагов России, все равно без парламента президент ничего не сможет сделать. У нас парламентско-президентская республика. И поэтому Россия активно играет на парламентских выборах. Более активно, чем на президентских. И они для нее важнее, чем президентские. Россия совершила большую тактическую промашку, не сумев организовать единый такой пророссийский щит в виде единого пророссийского кандидата в президенты. Потому что сегодня Юрий Бойко, который идет под флагами Медведчука и Рабиновича, они не смогли к себе привлечь таких игроков, как Вилкул, Добкин, Мураев и так далее. Если бы они были все одной силой, не исключая, что эта сила могла бы побороться во второй тур. А так шансов на выход во второй тур не имеет никто из них. А почему не удалось вот все эти партии, всех этих политиков, на ваш взгляд, со стороны объединения? Потому что ставка на Виктора Медведчука, она привела к тому, что под его знамена не захотели стать остальные. Ну, одиозная фигура сегодня в Украине. Слишком одиозная. Я не говорю, что он глуп, невлиятелен. Он умен, он влиятелен, он богат, он масштабен. Все при нем. Он просто токсичен. Потому что связать свою карьеру с фамилией Медведчук сегодня для Украины – это поражение. Сразу поражение. Поэтому остальные игроки, которые настроены пророссийски, не пошли под знамена Медведчука. И это уже заложило конфликт, и таким образом никто из них не сможет оказаться во втором туре. В парламентской гонке, да, конечно, они что-то возьмут. Но это не будет тоже какой-то ключевой пакет. Но у того же Бойко, которого вы вспомнили, по состоянию на сейчас, пусть не намного, но выше рейтинг, чем у того же Мураева, например. Это так. Хотя я в рейтинги не верю. Если бы вы спросили меня, не потому что я на канале Мураева, я это говорю везде, но, как по мне, Мураев намного талантливее Бойко. Взгляды что Мураева, что Бойко мне не нравятся. Но Бойко, будучи хорошим промышленником наверняка, он слаб как политик, как трибун. Он не зажигает массы. На Мураева играет его харизматичность, это очень важно, его молодость, впереди перспектива. И его цельность, у него стержень есть. Он когда выступает, он способен зажечь. Бойко, когда выступает, в его взгляде читается: извините, я тут не по своей воле, мне надо отрабатывать номер, но вы же сами понимаете, вы не обращайте внимания, играем каждый свою роль. Я говорю, вы хлопайте. Вы говорите, не верите в социологию. Если бы, я знаю, что вы на встречах своих, вечерах творческих, опрашиваете людей, кого бы из кандидатов вы поддержали, проводите свою социологию. Если бы вас спросили, какая сегодня социология Дмитрия Гордона, ну вот там первые 5-7 мест,
Что бы вы ответили? Какая она, на ваш взгляд? Кто сегодня большая поддержка, кто меньше? Будучи ответственным человеком, я не смогу дать этот прогноз, потому что он будет неправильным априори. На своих творческих вечерах, где собирается там по 1000 человек в залах, я понимаю, что это не срез всей аудитории, это люди, которые могут купить билеты, это уже средний класс, от среднего класса и выше. Это люди определенного положения. Там первые места у меня практически везде занимал Владимир Зеленский. На втором месте шел Анатолий Гриценко, на третьем Юлия Тимошенко. Так было. Было даже один раз, когда Гриценко занял первое место, Зеленский второе. Тимошенко шла на третьем. Но это не показательная социология, потому что если бы я приехал в село в Черниговской области, я думаю, что Олег Ляшко был бы там на первом месте. А если бы я приехал в небольшой городок где-нибудь в Харьковской области, не исключаю, что там Юрий Бойко был бы на первом месте. Поэтому мы не можем так брать выборочно, мы должны видеть картину по стране. Но в Харькове, может быть, нет. Для меня понятно сегодня, Тигран, что есть определенное количество людей, которые хотят стать президентами и которые будут прилагать для этого все усилия. Это в первую очередь Петр Порошенко. Он хочет стать президентом. Я это вижу. У него есть воля к этому. Не дай бог это произойдет, говорю я сразу. Это Владимир Зеленский. Он хочет стать президентом. Это Юлия Тимошенко. Она хочет стать президентом. Анатолий Гриценко. Игорь Смешко. Все, я остановился. Угу. Я подумал и остановился. Остальные хотят сделать себе задел перед парламентскими выборами. Остальные ключевые игроки, такие как Ляшко, Бойко, Мураев, Вилкул наверняка. Остальные выполняют роль технических кандидатов, которые будут торговаться за места в списках, за деньги, за места в комиссиях, продавать места в комиссиях и так далее. Кстати, вот ваша собственная социология, и так ее, с вашего позволения, буду называть, ваши опросы, она недалека от истины в вопросе Зеленского, потому что по последним исследованиям он на первом месте в нашей президентской гонке. Более того, сейчас в политических кругах анонсируют еще один такой пул социологии, да, передовых групп, где у Зеленского едва ли не 30% поддержки сегодня. Тигран, я вам скажу по Владимиру Зеленскому. Он воплощает собой желание огромной части страны увидеть новое лицо. И это, на мой взгляд, очень хорошо. Я вообще к Владимиру Зеленскому прекрасно отношусь. Прекрасно. Я... его люблю практически как артиста, как человека, как менеджера, как личность. Вот сейчас я точно скажу, как личность. Он грандиозный парень, и мы должны это понимать. У него есть один недостаток. Один. И мы сейчас поговорим, важный он или не важный. Мы не видим команду. Мы не понимаем, кто будет выполнять поручения и приказы президента Зеленского в случае его победы. Это крайне важно. Я обращаюсь ко всем, кстати, кандидатам в президенты. Покажите команды, откройте карты. Потому что не исключено, что мы увидим ваши команды, и мы или будем голосовать за вас, или мы вообще не будем за вас голосовать. Потому что если я, например, увижу в чьей-то команде отвратительные лица с коррупционным прошлым и настоящим, с преступлениями, которые они совершали, с взглядами их неприемлемыми для меня. Для меня эти кандидаты уже умирают сразу. Не потому ли нам не показывают штабы? Это очень важно показать. Угу. Вот я знаю точно, что Игорь Смешко покажет штаб. Я жду этого, я хочу посмотреть на этих людей. Потому что я считаю, что Смешко был бы идеальным кандидатом в президенты. Я на этом стою и стоять буду.
Это человек, за которого я вот встаю и иду, потому что для моей страны это лучший вариант. Мне написали много сообщений зрители, когда появился анонс о вашем эфире. Спросите Тиграна Гордона, где же его Смешко? Он говорил, что он будет в тройке лидеров, а в тройке лидеров Смешко далеко нет. Что же с прогнозами Гордона? Первое, Смешко не его. То есть постановка вопроса, где же его Смешко, уже в корне неверная. Неверно. Смешко – это Смешко, а Гордон – это Гордон. Это первое. Второе. Цыплят по осени считают. В данном случае цыплят будем считать в конце весны, 31-го. Тогда поговорим. Буквально вчера имел возможность здесь в эфире общаться с Игорем Петровичем. Он точно не собирается проигрывать, во всяком случае, по ощущениям. Он собирается выигрывать. Исходя из его риторики, такое впечатление складывается. Насчет Зеленского еще один вопрос. Вы видите сейчас, за что его критикуют, за что цепляют, да? В том числе за какие-то пассажи, неправильно трактованные из вашего с ним интервью, Дмитрий. Потом говорят, что он предложил встать на колени перед Путиным, хотя и этого он не говорил. Неправда. И показывают фрагмент его выступления на 1+1 во Львове. Там уже ветераны АТО к нему какие-то претензии имели. И тогда. Вот почему именно за эту сторону вопроса сегодня пытаются зацепить технологически Зеленского? Зацепить будут пытаться любого из кандидатов за любую сторону. Но если человеку нечего предъявить, кроме каких-то словесных пассажей, то это почти святой. Святой. Бюджет не крал, не воровал из бюджета. Во время своего пребывания во власти не совершал преступлений, не сдавал Украину по частям никому, не делал ничего плохого для своей страны. Ну, пассажи. Да, слушайте, мне тоже не понравилось, допустим, как Володя общался с журналистом «Радио Свободы». Ну, опыта еще мало. Да, не понравилось. Надо с журналистами надо общаться спокойно. И даже если они излишне настойчивы, ну, ирония есть, юмор есть. Кроме того, тем более у него он грандиозный мастер юмора, иронии, самоиронии. Тем более, что вот я, например, никогда не критикую коллег, журналистов, никогда. Внутри, да. И я стараюсь. Внутри я никогда думаю разное делаю, о них. Да. Внутри я думаю разное. И некоторые мои коллеги мне неприятные, а некоторые противные, а некоторые омерзительные. Так бывает. Но я никогда публично, никто мне не может показать моих выступлений в Ютубе тысячи. Никто мне не может сказать, чтобы я неуважительно сказал о коллеге. Это корпоративная этика. И даже когда были проблемы с газетой «Вести», и говорили, ну они же вот там на Россию, на мельницу России воду льют, это ж пророссийское. Я говорю, послушайте внимательно, я против закрытия любых газет, телеканалов, сайтов. Переигрывайте их на дипломатическом, на журналистском фронте. Будьте убедительнее, чем они. Спорьте с ними. Ведите дискуссии. Если вы считаете, что они существуют на российские деньги, показывайте документы, пусть все общество видит. Но закрывать, клеймить, вот этого я никогда не делал. Поэтому, если у Володи Зеленского нашли недостатки, только то, что он плохо ответил журналисту, уважаемого мной «Радио Свобода», или он там что-то не так сказал в интервью, ну, то его можно вешать вместо иконы во всех соборах, тогда он святой. Насчет журналистов, накануне появилось сообщение от СБУ о том, что около 1000 сайтов будут закрыты, потому что они, не помню точно, отстаивают интересы России, пророссийские и так далее. Завтра у нас заседание Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, Дмитрий, где, среди прочих, будет рассматриваться вопрос нашего телеканала, телеканала «Наш». Я у вас о чем хочу спросить? Не чтобы вы слова поддержки высказали, хотя я думаю, что вы, находясь в нашей студии, смотря эфиры, понимаете, что телеканал сегодня ведет максимально независимую
политику, не нарушая украинское законодательство, обеспечивая право на свободу слова для всех, и для зрителей, так и для гостей. Но может ли случиться так, что сегодня власть предпримет какие-то действия для закрытия нашего телеканала или каких-то других СМИ? И если это так, то что это будет значить? Как этому посоветуете противостоять? Вот что делать? Может случиться все, что угодно. Раз. Второе. Я категорически против любых закрытий. Я уже это сказал. Я поддерживаю всех, кто пытается предоставить площадку для разных точек зрения. Это плюрализм мнений, это демократия. Я считаю, что телевизионные каналы, вообще телевидение обречено. Я считаю, что еще лет 5 и все будущее в Ютубе. Если сегодня мои интервью в Ютубе или мои выступления в Ютубе, влоги смотрят миллионы людей, вот скажу что-то, 2-3 миллиона людей посмотрело. А интервью сделаю, 3-4, 5, 6, 7, 10 миллионов посмотрело. Там будущее. Телевидение уходит, отходит. И хозяева украинских телеканалов, крупнейших, когда мы с ними об этом говорим, со мной согласны. Телеканалы-то убыточные. Для чего существуют в Украине телеканалы? Для защиты олигархов от посягательств на их бизнес или политические взгляды. Как только олигархи будут уравнены правах со всеми и играть по правилам, а они сами этого хотят, отпадет надобность в том, чтобы они содержали убыточные телеканалы. Просто отпадет. То есть я думаю, что в течение 5 лет мы телеканалов как таковых не увидим. Общественное телевидение, наверное, да, еще несколько. Спортканал, там, культура, да, там, где государство будет финансировать. Нет смысла олигарху держать телеканал и тратить на него миллионы долларов в год. А канал средний, ну выше среднего, обходится олигарху сегодня в 10-12 миллионов долларов в год. Не маленькие деньги, хочу сказать. А каналы крупные в 20 обходятся. Ну это ж большие деньги. Проще создать YouTube-каналы и сайты, чем они, кстати, сейчас активно занимаются. Но вы сказали об интернет, чтобы намекнуть провластным силам, что там нужно тоже уже наводить порядки и закручивать гайки. Что попытки невозможно, 21 век, невозможно. Вот Россия сейчас пытается запретить интернет. Вот давайте посмотрим, что у России выйдет. Вот они пытались Телеграм запретить, да? Пшик, ничего. Потратили кучу денег, ничего не получилось. А представьте, в России огромное количество людей, миллионы людей, которые живут в Ютубе и в Фейсбуке. Живут там, привыкли к плюрализму мнений, привыкли смотреть другую точку зрения. В России очень много несогласных с режимом. Очень много. Я это знаю, потому что у меня десятки тысяч комментариев, и пишут много людей из России. Они пишут, мы здесь в Самаре или в Тюмени, мы за вас, хай живе вільна Україна, мы не можем выступать против этих негодяев, потому что нас сразу в каталажку заметут. Там же за репосты сажают уже. Ну вот уберут у них еще YouTube. И что? На улицу вряд ли выйдут. Но разъедутся, скорее всего, из России, как и из Украины, но по другим причинам уезжает огромное количество людей сегодня. Здравомыслящих, умных, нормальных, молодых. Я во всем с вами согласен, только вот у меня опасения вызывает, или сомнения, если угодно, гипотеза про 5 лет, потому что, исходя из ваших же слов, через 5 лет бизнесменам, олигархам в стране не должно быть что защищать, то есть должны быть все равны, Тигран, в этой игре. Я вам отвечу. Смотрите. А вряд ли это может случиться. Значит, хотите, сыграем в игру. Если у вас есть люди до 30 лет здесь, есть люди, поднимите, пожалуйста, руки, до 30 лет. Есть. Спасибо, много, да. Есть. Да. Теперь я предлагаю людям до 30 лет поднять руки. У кого дома нет телевизора или кто телевизор совсем не смотрит? Давайте так, поднимите руки. Кто не смотрит телевизор дома?
Раз, два, дальше три, четыре, пять, шесть. Здесь кто? Семь человек до 30 лет не смотрит телевизор или вообще у него его нет. А теперь внимание, поднимите, пожалуйста, руки до 30 лет, кто есть в зале. Выше только. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На творческом вечере Гордона. 11 человек. Теперь смотрите, слушайте, вот что я говорю, мысль моя. Значит, из 11 человек до 30 лет 7 не смотрит телевизор. Я проводил опросы в университетах. У меня собираются аудитории до 1000 человек, студентов, в университетах. 80% молодых людей не смотрит телевизор совсем. 80 миллионов молодых людей не смотрит телевизор совсем. Запомнили эту цифру? Дальше идем. Это как с газетами 80%, будет. 80%, да. Это, Тигран, это как с газетами будет. Еще 10 лет назад газеты имели многосоттысячные тиражи. А сейчас газеты уже умерли. Осталось немножко. Вот «Бульвар Гордона», ветеран рынка, доживает там еще год, два, пять, сколько останется, посмотрим. Но уже доживает это все доживание. Потому что газеты – это подвода. А интернет – это паровоз. Это вагоны. Понимаете разницу? Теперь смотрите. Я телевизор смотрю, но мне это нужно. Но зачем теоретически мне привязываться к программе телепередач, если я могу в удобное для меня время смотреть в Ютубе по приложению все, что я захочу? Зачем мне программа телепередач? Любое кино, любой сериал, любую программу, любой документальный фильм, выступление Михаила Добкина на телеканале «Наш». Все, что угодно, я могу посмотреть в Ютубе в любое удобное для меня время. А теперь объясните мне, зачем нужно телевидение, зачем нужны телеканалы? Что, какая функция у них остается? Ноль. Поэтому я говорю, учитывая, что Ютуб стареет, туда все больше людей переходит пожилого возраста. Хотите, поднимите, пожалуйста, руки, люди после 50, кто в Ютубе? Выше, пожалуйста. Посмотрите. Пожалуйста, вот вам и опрос, спасибо. Вот мы имеем социологию на местах. Поэтому телевидение через 5 лет будет, ребята, пшиком. И к этому все идет. И владельцы крупных телеканалов это знают. Не только владельцы и менеджеры телеканалов это знают. На примере нашего могу сказать, что у нас вот отдельный департамент YouTube создается и уже работает, который отдельный контент будет производить в интернет. Я лишь просто считаю, что может быть не через 5, а чуть дольше, но это неизбежно однозначно. С этим никто сегодня не станет спорить в силу просто технологического прогресса однозначно. Конечно. В Украину, может быть, чуть позже это придет, чем в... Не-не-не, в Украину куда-то, хорошо все приходит. Будет однозначно. У нас огромное количество людей в интернете, пожилых людей. Очень пожилых людей, они в интернете. У нас сейчас, вот я сейчас посмотрю, тысячи людей смотрят в YouTube в онлайн-трансляции. Конечно. Буквально в эту секунду. Конечно. Вот сколько смотрят ради интереса? Вот сейчас смотрят больше 3000. Ну, вот немного, относительно буквально. Немного, но тем не менее. Вы знаете, интервью мое с Владимиром Зеленским онлайн, в прямом эфире, смотрело 110, 111 тысяч человек. 111 тысяч человек только в прямом эфире, а потом посмотрели 10 миллионов. А зачем телевидение? А что оно дает? Все там. Но мы сейчас здесь находимся и в интернет, и на телевидении. О YouTube или о политике, о чем будут вопросы Дмитрию Гордону от нашей аудитории, сейчас выясним. Давайте начнем со зрителей в зале, тем более вы уже в социологии Дмитрия Гордона приняли участие. Да, давайте, Катя, тебе слово, пожалуйста. Дякую, Тигран. Зможемо зараз почути саме молодь, про яку ви говорили, дивляться чи не дивляться вони телебачення, які питання до вас виникли. Тож добрий вечір. Як вас звати? Яке у вас запитання? Добрий вечір. Мене звати Маргарита. Я би хотіла вас спросити, Дмитрій, по поводу одної ситуації, недавно ставшей популярною, по поводу временного відсторонення Уляни Супрун. Что вы думаете об этом и как вы думаете, какая будет развязка этой ситуации? Спасибо. Спасибо вам, Маргарита. По Ульяне Супрун, я измеряю людей делами. Страховая медицина введена в Украине? Нет.
Медицинскую реформу ощутили простые люди на себе? Нет. Зачем нужна Ульяна Супрун, я тогда не понимаю. Я мыслю просто. Я прихожу в центре Киева проведывать друзей. В центре столицы европейского государства проведывать друзей в больницу. Люди в коридорах, как скот, валяются на продавленных матрасах, на жутких кроватях, в жуткой вони, зеленые покрашенные стены, никому не нужные, платя деньги еще за это. Это что, это медицина 21 века? Я же был в Грузии, я же видел, что они сделали. Любой из вас, кто попадет в Грузию в больницу, будет на грани помешательства, потому что это невозможно видеть такую красоту и понимать, почему мы это не сделали. Почему они это сделали, а почему мы это не сделали. Я уже не говорю о зарплатах врачей, медсестер и так далее. Это все страховая медицина. Мир это все прошел. Я очень интересовался этой темой. Я хотел в свое время открыть фирму, которая бы отправляла украинцев за рубеж на лечение. У меня был план такого бизнеса. И мы проехали по крупнейшим и не крупнейшим клиникам Испании, Германии, Израиля, Соединенных Штатов Америки. И Грузия, я был год назад, чуть больше года назад. Да слушайте, мир живет совершенно иначе. У нас скотство, просто скотство. За что наше государство так с нами? Зачем мне Супрун? Я ее знать не знаю, с ней никогда не встречался. Я хочу страховую медицину и нормальное медицинское обслуживание украинцев. Вопрос ее гражданства американского, вот в том числе и наше голосование касается этого. Может ли быть у чиновника на таком уровне министра два паспорта или три или более? Это важно, потому что ну вот два варианта у нас. Первый вариант это недопустимо, а второй вариант не важно. Главное это качество работы, пусть хоть 20 паспортов. Мне все равно, честно, лишь бы это не было только российское гражданство, это принципиальный вопрос. Но если бы нам сегодня привезли, например, Христю Фриланд, министра иностранных дел Канады, украинку за походжением, если бы ее привезли и мы проголосовали бы за нее как за президента, я был бы счастлив. Я вам скажу, слушайте, не худший вариант. Христя Фриланд, украинка, министр иностранных дел Канады в качестве президента Украины. Я бы проголосовал не глядя сразу. Потому что если она там стала министром иностранных дел в Канаде, процветающей, я думаю, рады бы она нам дала. Ще й покликала людей з усього світу, які б хотіли зробити Україну щасливішою. Я так думаю, мені так здається. Давайте теперь телефонный звонок. И так будем чередовать. Звонок из аудитории и звонок телезрителя. Добрый вечер. Как вас зовут? Откуда вы? Алло. Да, алло. Алло. Добрый вечер. Добрый. Ирина. У меня... Алло. Да, Ирина, мы вас слушаем, вы пожалуйста. Да, да. Киев, Киев. Во-первых, я хочу Дмитрию выразить свое уважение глубокое. Видела в Ютубе включение его на одном из российских каналов, так как он парировал с Кобеева, это надо было видеть. Большое вам спасибо, прямо линейно, правдиво и вызывает... Ирина, так как сегодня мы с вами, еще никто не рекламировал Ютуб-канал Дмитрия Гордона. Нет, я не рекламирую, я хочу... Я иронизирую, сказать, конечно, да. Я да, хочу да. выразить респект. Ну, пожалуйста, выслушайте меня. Да. Во-первых, я соглашаюсь, на посаду президента должен претендовать человек, который должен быть прежде всего профессионалом, образованным, порядочным, подчеркиваю, хорошим управленцем, независящим от олигархов и волевым человеком. И здесь я согласна. На этой посаде я вижу, конечно же, Смешко. Но я давно хочу задать вопрос Дмитрию, и вот такая выпала мне возможность, пожалуйста, выслушайте меня. По поводу Савченко, хотя это неинтересно уже многим, но все-таки. Очень интересно, вот, очень. Ну вот, да, Дмитрий поддерживал Савченко, и я видела интервью, он сказал, что она волевой человек, в ней есть стержень. Но меня очень мучает такой вопрос. Ведь согласитесь, малообразованно, вульгарно, некультурно, ничего не понимает
управлении. И самое главное, ее высказывание о еврействе на одном из каналов, это просто жах. Жах. Она рука неподаваемая не только у нас, но и во всей Европе. А Дмитрий Гордон сказал, что вот в ней есть стержень. Какой стержень? Пусть он, пожалуйста, объяснит. Я не понимаю. Понятен ваш вопрос, Арина. Да. Настолько глубоко эрудированный, культурный человек, и поддерживать Савченко, говорить, что она хороший Ирина, человек. Ирина, все, принято, услышали, да, извините, да, чтобы да, недолго спасибо. Это было. Да, спасибо вам. Очень умный вопрос. Такие у нас телезрители. Очень умный вопрос. Я отвечу не максимально искренне, а просто искренне. Я иначе не отвечаю. Из-за этого много врагов себе наживаю, но тем не менее. Всю жизнь меня тянет к ярким людям. Мне они интересны. Я открываю их с помощью своих интервью. Мне не интересны пресные люди. Никакие. Мне интересны люди, у которых есть идеология, философия, глубина, которые могут меня научить чему-то, которые могут научить моих зрителей чему-то. Надя Савченко одна из них. Она очень нестандартный, неформатный, не похожий на других человек, со стержнем, с своим ощущением справедливости. Я провел с ней немало встреч. Она живой человек, она не функция, она не фальшива, как практически все наши политики. И даже то, что она смогла на моем дне рождения выйти танцевать под Верку Сердючку, эти кадры обошли весь мир. Надя Савченко танцует под Верку Сердючку на дне рождения Гордона. Говорят о том, что она живая. Теперь, что касается ее взглядов. Это я сказал о ней как о человеке. Теперь я говорю о ее взглядах. Ее отношение к евреям мне не нравится. Но она ради справедливости потом объяснила это. О чем я ей сказал. Да. Хотя она говорит, я не антисемитка. То, что она пыталась взорвать пол Киева, я в это не верю. Я очень хочу поговорить с ней лично. Меня к ней не пускают. То, как она видела устройство Украины, мне не нравится. О чем я и говорил неоднократно. Она идеалист, она романтик, она Жанна д'Арк. В то, что она агент России, я не верю. Она многогранна, она непроста. Там нельзя сказать, вот белая или черная. Она разная, она не похожая на всех. Она заставляет о ней говорить, о ней думать. И я думаю, что она еще своего слова не сказала. И вот вы сказали, Дмитрий, что искренне ответите на этот вопрос. Вот мне кажется, это слово отчасти характеризует и Надежду. Я тоже с ней много общался как в эфирах телевизионных. Это правда. И после. Вот она искренне. Это правда. И человек, и политик. Это правда. И, возможно, от этого и страдает отчасти. Это правда. И у нас с ней очень жаркие баталии были. Очень жаркие. Но она живая. С ней, знаете, вот Михаил Добкин передо мной был. Ну, мне его взгляды просто не нравятся аж очень сильно. Но он живой. С ним можно разговаривать. У него своя правда, у меня своя. И не исключено, что есть еще третья правда. Вот я люблю таких людей, с которыми можно говорить, и у которых есть своя идеология. Добкин не фальшивый. Нет. Сколько угодно можно говорить, что он в душе сепаратист, что он русский мир любит, условно говоря. Я так с потолка сейчас беру обвинения. Но он не фальшивый, он не дутый, он не надутый, как многие наши политики. Их искусственно рейтинги им надувают. Поэтому мне такие люди, как люди, нравятся. Он интересен. И Савченко интересно. Привет большой. И... А Юрий Бойко не интересен. Вот не интересен и все. И ничего плохого про него сказать не хочу. Он просто не интересен. Большой привет передаем Михаилу Марковичу. Надежде Савченко тоже огромный привет. Насколько я знаю, в СИЗО у нее есть телевизор, и она смотрит телеканалы. Я жду Надежду тоже в студии. Возможности ей появиться в студии, нашим телезрителям ее услышать. Что касается зрителей. Катя, давайте еще вопрос. Питання.
Алексей Киев. Дмитрий, скажите, считаете ли вы дело Савченко-Рубана сфальсифицированным? Спасибо. Я не могу взять на себя ответственность, не знакомясь с делом, сказать, что оно сфальсифицировано. Тем более я не специалист в судопроизводстве. Я могу сказать, зная Надю, что мне Рубана я вообще не знаю, и личность очень сомнительная. Зная Надю, могу сказать, что мне не верится в то, что она могла хотеть взорвать людей и здания. Дмитрий, ну и частично, возможно, в подтверждении к этой гипотезе, к этой точке зрения, но говорил генеральный прокурор, что у него есть неопровержимые доказательства, что Савченко это готовила. Вот сколько времени прошло после ее задержания? Ну где эти неопровержимые доказательства? Ну вот где они? Почему? Генеральный прокурор лично мне сказал где-то месяц назад, у меня мы общались 5,5 часов, что он не считает Савченко агентом России, что он считает ее Жанной Дарк, подпавшей под обаяние Рубана, который, несомненно, работает со спецслужбами Российской Федерации. Про доказательства я не знаю. Для этого я должен быть юридически подготовлен. У меня нет доказательств. Вот, и у меня нет, получается, и у общества украинского. Пока реально нет. Как и у суда, потому что... Но смотрите, какая судьба интересная. Девушка отсидела в российской тюрьме, получила звание Героя Украины, сейчас сидит в украинской тюрьме с неснятым депутатством. Не сняли с нее депутатство, да? Неприкосновенность сняли. А депутатство не сняли. То есть она депутат. Она может фактически проводить свою депутатскую деятельность в тюрьме, но что-то как-то не проводит. Но она и в президенты пошла, но не дали ей, да? Но она залог не внесла. Не зарегистрировали Надежду. Да, давайте еще. Вопросов много. Я хочу, чтобы мы побольше успели послушать наших зрителей. Добрый вечер. Как вас зовут? Откуда вы к нам дозвонились? Добрый вечер. Добрый вечер. Ольга, Львов. Я склоняюсь перед умом, аналитическим умом Гордона. И вы даже не представляете, Дмитрий, как вы нужны людям. Как нужно... Все это исправить в нашей глупой голове, когда мы все время обираем не то, не того. А простите, пожалуйста, как вас зовут? Ольга, да? Ольга. Да. Ольга, вы так меня сейчас хвалите, что может создаться у зрителей впечатление, что я вас об этом попросил, но я нет, честно нет, говорю, я что... вообще, я вас вижу только по телевизору, я слишком далеко от вас. Так вот, у меня к вам такие два суждения. Первое. Вы сказали, что 43% украинцев после выборов, которые будут сфальсифицированы, они готовы выйти на Майдан. Дмитрий, вы представляете, что на том Майдане, где у людей не было 3 или 4 там, или 5 миллионов стволов на руках, и сотня всего лишь, сотня небесная, это уже будут реки крови, это уже будут не сотни и даже не тысячи. С той стороны будут стрелять, и с той будут стрелять. Это первое. Что вы об этом думаете? Ой, Дмитрий, мне кажется, помните слова Ленина? Вы же в Советском Союзе получали образование, да? Да. Так вот, он говорил, вы знаете, по какому поводу, страшно далеки они от народа. И второе, но мы пойдем другим путем. Мне кажется, что Украина идет абсолютно неправильным путем. Это не социальное государство, это олигархия. Мне кажется, нам... С новым президентом нашего просто все на 180% развернуться и начать строить государство. Это и миллионы, которые уезжают от нас, да. Это все следствие неправильного пути, выбранного в начале. Ольга, еще крутиком. Да, большое спасибо вам за звонок, большой привет Львову, в том числе и русскоязычному. Вот, пожалуйста. Да. Разрушая стереотипы. Первое. Я не сказал, что будут фальсификации. Я сказал, что в случае фальсификации по опросам 42% готовы выйти на протесты, на акции протеста. Я считаю это ужасно. Если будут фальсификации, это ужасно. Но если люди еще пойдут на акции протеста, это может быть кошмар. Я еще раз повторю, не дай бог, чтобы это произошло. Я прошедшие 2 Майдана говорю, не дай бог, чтобы у нас был третий. Потому что тогда не было 3-5 миллионов стволов на руках. Это может быть кровавая вообще агония государства Украина.
Поэтому я очень хочу, чтобы не было первой фальсификации, чтобы не было даже повода ни у кого усомниться в честности выборов. Я повторяю, я не хочу, чтобы Порошенко снова стал президентом. Но если он станет президентом честно, пожалуйста, только честно. Если станет честно президентом, я не знаю, кто-то другой, пожалуйста, только честно. Я хочу, чтобы президентом стал Смешко. Я всех прошу нормальных людей, кому дорога Украина, говорите всем, рассказывайте о нем. Смотрите в Ютубе все. Это кристально чистый человек, который знает, как управлять Украиной, который может быть верховным главнокомандующим. Кто у нас еще может быть верховным главнокомандующим? Подскажите мне. Поэтому, не дай Бог, повторяю я, какие-то потрясения Украина третьего Майдана не выдержит. Насчет неверного курса еще Ольга спросила, кратко отреагируйте, потому что вот проводятся социологические исследования, и едва ли не 80% украинцев сегодня, отвечая на вопрос, правильным ли курсом идет страна, говорят нет. Вот что имеется в виду, на ваш взгляд? Это внешнеполитический курс, внутриполитический курс? Что вкладывают украинцы в этот вопрос, отвечая на него? Я вам скажу о себе. Второй раз я оказался дураком, идеалистом. Я не стесняюсь никогда признаваться в том, что, где я не прав или где я был дураком. Это не часто бывает, честно скажу, но это бывает. Как человек, не имеющий комплексов, я в этом признаюсь, причем прилюдно. Я думал, вот в 2004 году, когда победил Майдан, в 2005 уже, вы знаете, я думал, вот сейчас начнется наконец, вот сейчас наконец начнется жизнь. Боже мой, зэка к власти не допустили, класс. Пришел Виктор Андреевич, класс. Какие люди рядом с ним, какие правильные лозунги, какое все, вот сейчас начнется жизнь, экономика взлетит, Украина заставит себя уважать, примирение будет в обществе. Нет. Ладно, но сейчас уже кровь пролилась, такой Майдан был, такие потрясения. Я думаю, ну сейчас-то уж точно, учитывая то, что не получилось тогда, уже точно. Нет. Война идет 5 лет. Территории нет. Сдали бездарно. Об этом отдельный разговор. Экономика в пропасть летит. Коррупция невиданных размеров достигла. До Майдана меньше коррупция была, чем после Майдана. Но самое главное не это. Самое главное то, что у нас отняли веру в перспективы, веру в людей, веру в человечество. На днях скончался великий, я считаю, актер Сергей Юрский. Угу. Мне посчастливилось с ним иметь несколько встреч. Это грандиозная фигура была в истории русского театра, русского кино. Грандиозная, большой друг Украины, не принявший эту войну, когда Россия напала на Украину. Настоящий русский интеллигент. Он играл Остапа Бендера, вы помните это все, эту его роль, когда он сказал, когда они с Корейко, помните, сидели, миллион у него дома, у Корейко, миллион он попросил. Говорит, я потерял веру в человечество. Что этот миллион по сравнению с потерянной верой в человечество? Я потерял веру из-за двух Майданов. Самое главное, в людей, которые произносят красивые слова, и в перспективы. Вот я стараюсь быть оптимистом, но когда я вижу это огромное количество засилья этих негодяев, этих рож противных там наверху, которые туда добираются одним ведомым способом, я понимаю, что правы те, кто уезжают, наверное, но я себе так говорю, я же с собой честно разговариваю, и с вами тоже, кстати. Ну вот я же встречаю огромное количество украинцев за рубежом.
Елки-палки, я недавно, я в Израиль поехал на интервью к Игорю Коломойскому. Гостиница. В гостинице весь обслуживающий персонал на 90% говорит по-украински, слышите? С Тернопольской, с Львовской, с Ивано-Франковской областей. Молодые ребята, которые должны здесь работать, да тут не початый край работы. Я говорю, вы вернетесь? Они говорят, нет, мы в Израиле останемся. Они не евреи, они в Израиле хотят остаться. Я говорю, так дома же. Они говорят, мы никому не нужны. Мы здесь работаем на себя, мы зарабатываем, нам никто мозги не пудрит. Это трагедия, это трагедия, понимаете? После двух Майданов, вот сейчас, ну это политики часто говорят, не знаю, верите ли на 100% этим словам, потому что они могут преследовать свои мотивы политические, когда говорят, вот выберите меня, потому что это последний шанс для Украины, последний шанс на спасение, на существование и продолжение наличия на карте мира такой страны. Ну, Петр Алексеевич, 5 лет мы же видели уже. Мы хотим еще этих 5 лет таких. Ну, больше мы, ну, я не знаю, Украина может не выдержать. Мы еще этого хотим. Давайте выбирать. Ну, давайте выберем. Нет проблем. Но это правда, что у нас последний шанс и больше права на ошибку нет? Как вы думаете? Я не вижу право на ошибку. Я не понимаю, что может произойти, если не будет нормального выбора, если не будет перемен. Перемен. Знаете, если выберут Зеленского, я скажу, класс. Новое лицо пусть будет. Молодой и хорошо. Неопытный и хорошо. Пусть подопрет себя людьми, которые смогут что-то делать. Ну, хоть что-то новое, хоть как-то пойдем. Я хочу, чтобы выбрали Смешко. Но выберут, допустим, если выберут Зеленского. Хорошо, погнали. С чистого листа, молодой, ну давайте. Ну, нельзя возвращаться назад. Назад, сзади плохо, сзади хорошего нет. Не будем возвращаться. Да, да, вы хотите, я понимаю, о чем вы говорите. Вопросов много. Давайте еще, но времени не так много, увы. Давайте по вопросу одному из зала и от телезрителей. Пожалуйста, Катя. Добрый вечер. Как вас звати? Яке у вас запитання? Меня звать Вадим Львович. Я на сегодняшний день признан потерпевшим от рейдерского захвата предприятия, которым я руководил. На сегодняшний день таких предприятий в стране очень много. Вот мы уже больше года бьемся, чтобы восстановить наши права, но это не приводит никаким абсолютно результатам. Как вы считаете, не, может быть необходимо поменять законодательство в стране срочно в этом плане? Владимир Львович, у нас в стране нет главного. А главное это не еда, и не деньги в кармане. Главное – это справедливость. Справедливости нет. Законы не надо менять, они у нас нормальные. Их выполнять надо и наказывать за невыполнение. Это называется соблюдать правила игры. Мы же, когда едем по дорогам нашим, мы же не нарушаем правила, стараемся не нарушать. Потому что если мы нарушим правила, в аварию попасть можно. Так и в стране надо не нарушать правил, соблюдать их. Но для этого должно быть первое лицо, которое будет гарантом соблюдения правил. Ну, гарантом Конституции. Это даже написано в нашем главном законе. А что такое Конституция? Законе. Это соблюдение правил. Так и есть. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Як вас зовут? Звідки ви? Микола Чернігів. Дмитрий, я з повагою відношусь до вас. Завжди слухаю ваші, дивлюсь ваші передачі. У мене таке запитання, як громадянину України. От Порошенко, Путін його, ну не може йому фактично нічого противопоставити. І хоч Порошенко програв там Дебальцево, але виграв Томос, і це удар набагато сильніший по Росії, ніж Дебальцево. Хай мене вибачають матері тих, хто загинув там. Скажіть, будь ласка, може Порошенко наступив на хвіст як Путіну, так і внутрішнім олігархам? Чого? Того, що фактично йде
проти його кампанія сильніша, всі абсолютно говорять, він не підходить, він не хороший. Може він наступив на свіст кому-то? Олігархам, да. Своїм же. Отлично, Дмитрий, понятен вопрос. Почекайте, секунди. Да, чекаю, не хвилюйтесь, чекаю. Я не думаю, що він... Я хочу сказати, що Порошенко, його фамілія Порошенко, не Матросов і не Кеннеді. Корупція, яка лежить на поверхні, перед очима міліції, СБУ, прокуратури не трогає, ніхто не ворушить. Вона роками йде. Ніхто абсолютно не питається міняти. Дмитре, зрозуміло, вам спасибі за запитання і дякую. Спасибо большое за этот вопрос. Может быть, зазря все эти критикуют політики или там эксперты, а на самом деле и критикуют, потому что Порошенко хороший, и за это его и не любят. Олігархат, я відповім політику. Пану Миколі на його запитання. Я вважаю, що Томос – це величезне досягнення, особисто Порошенка, величезне. І треба віддати йому шану за Томос, тому що він зробив те, чого не могли зробити протягом 27 років незалежності інші президенти. Навіть деякі не намагалися це зробити. І безвіз – це досягнення. І децентралізація – це досягнення. Чи не замало досягнень за 5 років президентства? Дуже мало. В нього були всі важелі для того, щоб зробити з Україною неможливе на перший погляд. Йому це не вдалося. Я не хочу бути критиком Порошенка як людини. Я хочу бути критиком Порошенка як президента. На мій погляд, він не впорався із своїм завданням. І взагалі я вважаю, що Україні треба закріпити це на законодавчому рівні, щоб не обирали президентів на два терміни. Бо на другому терміні будь-який президент стає вже трохи, як це пом'якше сказати, важко йому на другому терміні. Приймається така формулировка. Дмитрий, большое спасибо за разговор. Как всегда, спасибо был вам. Рад. Как всегда, было содержательно. Спасибо всем телезрителям за участие. Спасибо. Мне подсказывают, много звонков еще у нас на линии. Но при следующей встрече наши зрители, я уверен, смогут их адресовать. Дмитрий Гордон был гостем ток-шоу «Події дня сьогодні». Дякую всім за увагу. Не забувайте, сьогодні о 21:30, вже за півгодини, чергова програма «Президент» в нашому ефірі. Гість програми на цей раз Роман Безсмертний. Не пропустіть цієї відвертої розмови із кандидатом в президенти України. Ну, а за мить в ефірі Оксана Гречко із новинами. До зустрічі завтра о 18:30 тут, на нашому телеканалі. Спасибі всім. Пока.